Приветствую всех. Сегодня у нас снова очень маленький пакет, очень короткое видео. Здесь снова карта памяти. Сразу скажу, я в последнее время увлекся картами памяти, действительно, стал их покупать в больших количествах, разные, чтобы выяснить, какие из них соответствуют тому, что заявляют китайцы, а какие нет. Вот эта карта памяти стоит, по-моему, около $2. Она очень-очень дешевая. Она даже не брендовая. Так, сейчас посмотрим на нее. Дело в том, что у меня появилось достаточно большое количество устройств, в которых используются такие карты памяти. Поэтому вот я их набрал. В комплекте у нас идет вот такой адаптер. Мы посмотрим на его качество. Качество адаптера, который был в одной из предыдущих посылок, просто ужасное. Карту памяти вставить в него можно лишь с большим трудом. И потом, чтобы вытащить, ну, приложить сил приходится очень много. Даже есть опасность сломать карту памяти. Поэтому он мне не понравился, я его выбросил. Вот сама карта памяти. На 8 гигабайт она. Кстати говоря, эта карта памяти очень похожа на ту, которую я рассматривал, по-моему, в предыдущем видео. Очень сильно похожа вот этими вот надписями. Возможно, это даже та же самая карта памяти. Просто там китайский бренд написал свое название сюда. Очень похоже. На этом все. Буду тестировать. И уже после тестирования расскажу, стоит ли покупать такую карту памяти или не стоит. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!